На сегодняшний день служба автомобильных дорог закончила всю процедуру проведения тендерных торгов, заключения договоров по всем видам ремонтов, которые предполагались на этот год. Последний договор у нас подписан в понедельник, вчера, на объект Дергачи-Пятихатки, так называемая дорога на Мусорку. Сегодня уже было проведено обследование, определены объемы работ, с которым мы начнем работать на этом объекте. Вкратце по каждому объекту я остановлюсь и расскажу ситуацию, что мы имеем на сегодняшний день. Итак, наша центральная, одна из центральных магистралей, это Киев-Харьков-Довжанский. Сейчас проводятся работы на участке от Изюма до границы с Донецкой областью. До 9 километров из 16 запланированных на этот год уже уложено нового покрытия. Два подрядчика працюют. Магистраль не менее важная, это Чугуев-Меловое. Мы до конца этой недели заканчиваем участок 10-километровый, который связывает поселок Шевченково от границы Шевченковского-Чугуевского района. Значит, в городе Купянске проводятся работы по подготовке к замене основания. Также мы приступили к ремонту наиболее аварийного участка, это от Купянска до границы с Луганской областью. Продолжены работы по ремонту дороги Харьков-Ахтырка. Мы входим уже в Богодуховский район, определены участки ремонта. С вчерашнего дня мы продолжили работы на дороге Харьков-Волчанск. Как мы сообщали ранее, 3,9 километра было закончено. Сейчас заходим на 2,5 километра участок нового покрытия. По другим объектам. Мирефа-Лозовая, Павлоград. Уложено на сегодняшний день, отремонтировано 17,7 километра покрытия. Остаток работ 2,9 километра. Наш подрядчик гарантирует в течение до конца следующей недели при погодных условиях, нормальных, положительных, закончить работы. Сегодня продолжены, ну, можно сказать, начаты работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Должны с обеда и начаться работы. Там просохнет. В самом поселке Соколово Змеевского района на дороге Мирефа-Змеев. Харьков-Змеев была Клея-Гороховатка. За счет средств государственного бюджета и таможенных средств на этом объекте работы закончены. Местный бюджет выделяет деньги. Будет выполнен небольшой участок стоимостью 500 тысяч. Пока что говорится о 500 тысячах на территории Змеевского района. Это по отдельной программе. В Валках в субботу закончено устройство двухслойного покрытия. Полностью мы теперь имеем валки по дороге Богодухо-Валкиново-Водолага. Ну, за исключением там примыканий. Полностью заменено покрытие на всей протяженности города. Сейчас проводятся работы по устройству обочин и съездов. Два дня работы мы из города выходим полностью. Краснокутск-Богодухов, дорога, которая связывает село Губарьевка, Полковая Никитовка и до границы Краснокутского района. Также на этой неделе мы планируем полностью закончить объект, который был очень важный для нас, а также он был в очень аварийном состоянии. Дергачи-Казачья Лопань. Из тех те средства, которые выделялись из таможенных, объем выполнен. Сейчас осталось буквально 200 метров до укладки асфальтобетона. За счет средств местных советов подрядчик заканчивает, планирует на этой неделе тоже закончить этот объект. Фартушная Цапівка-Гуренівка. 4 километра устроено нового покрытия. Процент выполнения более 70. Ну, минимум 7 дней, максимум 10 дней мы закончим объект в Золочевском районе. Качелевка-Константиновка. Новый объект. Начаты работы в прошлую пятницу в Краснокутском районе. Подрядчик сейчас готовит покрытие, выфрезеровывает к укладке асфальтобетонной смеси, которая будет на следующей неделе, начнется работы по асфальтированию. Также этот подрядчик у нас сегодня заезжает, с завтрашнего дня. Это работа в селе Байрак Балаклеевского района на дороге Шевченко-Балаклея-Первомайский-Гичевка. Параллельно, после окончания работ на объекте Валки и Красный Кут Богодухов, подрядчики заходят нас по второму траншу мытных надходжень. Значит, остается около километра ремонта в Коломотском районе и чуть больше километра в Близняковском районе. То есть работы на завершающем этапе по районам области. В работе у нас три будет основных объекта, которые будут до конца месяца. Это Киев-Харьков-Довжанский, Чугуев-Меловое, Харьков-Ахтырка. Что касается нашего мостового хозяйства. Губарьевка, путепровод за пятницу, за четверг
Мы средний пролет, 7 балок перекрыли уже так называемом новом построенном путепроводе. Большущая ответственная была работа по подготовке к этому действию, к этим мероприятиям. 7 балок, каждая весом до 25 тонн, длиной 24 метра, были уложены за 2 дня. Сейчас проводятся работы по скреплению их между собой, подготовка к устройству накладной плиты, а также крайние балки будут устраиваться. Продолжены работы на путепроводе в поселке Песочин. Это транспортная наша развязка. Работы идут планово. Пока вопросов мы не имеем. В целом, подрядчики справляются с поставленной задачей, работают в срок. Работы продолжались в Первомайском районе, Барвенковском, Богодуховском районе, Новоделарском и Харьковских районах. Также, помимо этого, на данный момент ведутся работы по установке дорожных знаков, в том числе знаков по зимнему содержанию. По подготовке к зиме Харьковский облатодор идет с месячным опережением тех дат, которые есть согласно приказу по подготовке к зиме с Киева, с ДАКа. Мы уже заготовили более 87% песка. Также было, с учетом вчерашней отгрузки, уже заготовлено больше 72% соли. В целом это больше 160 вагонов. Сейчас мы заканчиваем подготовку дорожной техники, комнаты отдыха, базы. Вот. Все идет согласно плану, в том числе, как я и сказал, с опережением.